Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне ZTE Blade V2020 включить резервное копирование Google. Разблокируем наш телефон. Далее заходим в настройки. Google. Нажимаем резервное копирование. Загружать на Google диск. Добавляем аккаунт. Нажимаем ОК. Как видите, не удалось определить дату последней синхронизации Google Фото. Нажимаем на них. Тут нам надо будет включить автозагрузку и синхронизацию. И также можем изменить размер фотографии, высокое либо исходное качество. Возвращаемся, и теперь осталось только нажать «Начать копирование». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!